В галерее пейзажа Ефрема Зверькова работает уникальная выставка произведений члена Российской академии художеств Зураба Церетели. Его талант ярко проявляется в живописи, в графике, в скульптуре и в декоративном искусстве. На сей раз экспозиция знакомит посетителей еще с одним направлением творчества мастера. Наверное, для большей части населения нашей страны Зураб Церетели – это в первую очередь скульптор, прославившийся своими монументальными произведениями в 90-е. Чего только стоит его столичный Петр I. Однако знаменит он и как мастер живописи, графики, а также декоративного искусства. Но кроме того, Церетели блестяще владеет сложнейшей техникой объемной эмали. Если считать, что это искусство действительно называют огненным искусством, и если знаешь, каким образом создаются эти произведения, это сложнейший труд, технически невероятно трудная работа. Технология создания рисунка в работе с перегородчатой эмалью – это многоступенчатый процесс. Для изучения этого вида искусства художник организовал творческую лабораторию, в которой непрерывно ведутся эксперименты. Сегодня эмали Зураба Церетели неизменно вызывают восторг зрителей. К слову говоря, выставка приурочена к 90-летию мастера, но в галерее имени Зверькова изначально не очень надеялись, что у них получится привезти сюда эти работы. Многие крупные российские выставочные залы хотели сделать и сделали выставки произведений Зураба Константиновича, и мы как-то не очень надеялись, что нам удастся вот эту выставку показать. Но так вот получилось, что Российская академия художеств, ее представители пошли навстречу. Таким образом, теперь и у тверичан есть возможность разделить тот самый восторг зрителей других городов нашей страны. Оценить, а может даже и аккуратно потрогать эту самую объемную огненную эмаль, которая наверняка согреет своими яркими красками посетителей, что придут в галерею Зверькова в эти февральские дни.